Всем привет, ребята, с вами Танеш 166К, и добро пожаловать на мое новое видео. Короче, рассказываю. Я недавно листал ленту, и как всегда, придумал новый день для ролика, пока листал, и вдруг я такой, стоп. А что если... И вдруг я такой подумал, что если бы себя загуглить в гугле, ребята. Ну что ж, надеюсь, вам понравится это видео. Ну не забудьте ставить лайки и подписываться, только также нажимать на колокольчик. Ну что ж, ну я пошел заходить в Google. Вот я уже зашел в Google. Ой, господи, я не представляю, что будет. И да, не обращайте внимания на то, что у меня иконка старая стоит с канала моего. И, ребята, вот я уже зашел в поиск. И сейчас я буду набирать потихонечку Д. А, не, е, данная, да, вот так, 666К, ребята. Ну что ж, вы готовы нажимать на эту кнопку? Раз, два и три, ребята, нажимаем. И давай. Вы сейчас серьезно? Да, капец, ребята, это, если что, все мои ролики, ребята, и капец. Стоп, а что тут делает моё, это, старое описание канала-то? Только посмотрите, тут даже мои превьюхи есть. Господи, что у меня за рот здесь? Тут даже есть превью с трейлера моего сериала, да. И сейчас на экране на миллисекунду появится надпись, когда всё-таки выйдет первая серия. Но она выйдет очень скоро. Эволюция Chicken Gun, обнова 3.2.0, капец. Какой нафиг герант мультики? Как управлять красным роботом Chicken Gun? Да что это за ролики такие чужие, это не мои. Младенцев желтых понравилось жариться, это еще про младенцев желтым не снимал. Так, господи, почему тут какие-то, чужие ролики попадаются. Вот это мой ролик, она существует, секретная стрелка в Chicken Gun, ребята, это мой ролик. Так, вот, так, тут дальше какие-то непонятные сайты, давайте что ли, я не знаю. Младенцу желтым понравилось шариться, я не знаю. Хотя, скорее всего, меня перекинет на этот самый ролик, поэтому не буду лучше. Ой, ладненько, ребятки. А что если вот так вот сделать? А ну-ка, так, ё-моё. Так, листа. Хотя погодите, вот же ролик Рома, по-моему, да, и вот, это все его ролики, там превью, ой, ладно, но про него мало чего, у меня вообще много там роликов моих, ну ладно, и еще кое-кого хочу загуглить, это, если что, моего друга я хочу загуглить, ну, короче, поехали. Ребят, это ролики моего друга. Капец. Если ты смотришь это видео, ну вот, так, то, ну, вот твои ролики, ты попал в ролик, как бы, да, вот, крушение самолета, это он снимал тоже, так, это его кот, да, а это его аватарка, да, так, это превью из его ролика, это тоже, я не помню, какой ролик, так, это шорс, это ролик, так, повторил аватарку игры, там, одной игры, не Chicken Gun, так, и стал сигмой в Chicken Gun, Чебурашка, Трифтер, это шорс, ну, ладненько. Ну, и вот такой вот небольшое видео у нас получилось, ребята. Ну что ж, ну ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я прямо сейчас вы видите мой ролик прошлый. Ну ладно, надеюсь, вам понравилось. Ну что ж, с вами был Даня 666К. Ну и всем пока.